Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Вот на вопрос хочу ответить, почему один поросенок большой, а остальные поменьше. Внимательно посмотрите. Вот это самый большой, видите? А знаете, почему он самый большой стал? Потому что он знает, как правильно сидеть за столом. А вот тот, самый маленький, с большими ушами, потому что он ходил за сисей мамой 2 часа вместо того, чтобы встать и поесть, как нормальный настоящий свин. О, выкинули наконец-то его. Я это к тому веду, что как они, как только поросята перейдут уже полностью на корм нормальный, они подровняются и станут все, в принципе, вырастут нормальными большими свиньями. Проблема в том, что некоторый характер у некоторых, видите какой, он упал, тот тоже вот здоровый, в кормушку упал с ногами, всех выкинул и довольный стоит, ест. А другой только ходит, сисю ищет, ему видели молоко подавай, ну, соответственно, всех молока не хватит. Хватит, но уже его будет меньше. А те, которые едят сразу и хорошо, те и вырастут хорошо. Поэтому вы сильно не расстраивайтесь, если поросенок не очень крупный. Его отсадить одного, и он станет таким огромным, большим, максимум вдвоем, чтобы были. А когда они вместе с семьей из 10 человек, то тут, конечно, большой семье лицом не щелкнет. Самые наглые будут самыми большими. Ну, в то же время, повторюсь, даже маленькие вырастут и станут нормальными поросятками. Сильно не расстраивайтесь. Все будет нормально с ними. Все они вырастут, превратятся в больших свиней. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.